в любом случае Артыхин нужно поосторожнее действовать в этом плане. Два силовых приема он провел первые 20 минут. Кубровчане быстро доставили шайбу в большинстве в зону атаки. Момент какой? Два добивания из третьей попытки. Все-таки Амуру удается снова выйти вперед. Первый бросок не точно. Второй раз выручает Судницын. Потом шайба кого-то из игроков попадает. И вот потом уже отскакивает к Ленцу, который абсолютно один на дальней штанге. Естественно, Ленц не промахивается мимо пустых ворот. А, вот тут, кстати, даже, может быть, все-таки еще раз Судницын на шайбу попал после второго добивания.